Сегодня мигранты являются одной из главных проблем для России. Ими недовольны более половины жителей крупных мегаполисов. Российское переселенческое движение разработало программу, которая решит проблему трудовых мигрантов. Им предложат переехать в деревню и развивать сельское хозяйство. Это перенаправить миграционный приток, который сегодня идет в Россию, перенаправить его на сельские территории, которые находятся вне рамок наших городов. На сельские территории, которые занимают 98% площади земельного фонда Российской Федерации. В те регионы, где есть потребность. Всего в России 11 миллионов мигрантов, при этом легальных только 2 миллиона. Участвуя в программе, они получат рабочие места, жилье и социальную защиту. Большинство из них – сельские жители. Некоторые диаспоры уже готовы присоединиться к движению. И мы понимаем, что нужно, чтобы из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других городов трудовые мигранты переселялись в маленькие города, в села, где у нас огромные проблемы в Российской Федерации с сельским хозяйством. Первые переселенческие сертификаты получили две семьи из Кыргызстана и поедут в Липецкую область работать на животноводческой ферме. В дальнейшем им обещают даже российское гражданство. Один из участников программы, то есть имеет маленького ребенка 2 года, сейчас жена беременна, ждет еще 2-го ребенка. И вот они решили, чем находиться в Москве на каких-то приработках, лучше поехать. Жить и работать непосредственно на земле. На заброшенных территориях, каких в России более трети, будут создавать фермы и агропромышленные комплексы. Половина сегодняшних мигрантов смогут обрести дом и найти работу на земле.